Если вы до сих пор не определились с подарком на 8 марта, не раздумывая, отправляйтесь в дискаунтер «Ценалом» по адресу Интернациональная, 112. Здесь вы найдете подарок на любой вкус и бюджет. Вообще, выбор презента – дело серьезное. Однако, чтобы избавить дорогих мужчин от суеты перед праздником, в поисках идеального подарка для любимых женщин предлагаем в помощь несколько идей нужных и полезных подарков. Планшеты, ноутбуки, имеющие не только разные возможности, но и цены. Популярный подарок на 8 марта. Он ждет вас в дискаунтере «Ценалом». Для любительниц селфи смартфоны на любой бюджет для создания потрясающих портретов. За подарком отправляйтесь в «Ценалом». Телефон с профессиональной камерой – это то, что надо. Мультиварки, блендеры, тостеры – незаменимая вещь на кухне. Любимая вас точно отблагодарит вкусным завтраком или сытным ужином. Если вы бережете ручки своей любимой, то не только стиральная, но и посудомоечная машинка будет подарком кстати. Телевизор – тоже хороший подарок, чтобы ваша милая могла раствориться в любимом сериале и отдохнуть от забот. Ну а если вы боитесь ошибиться с подарком, то подарочный сертификат будет очень кстати. А также не забудьте приобрести клубную карту, ведь она даст вам возможность приобретать товар по цене от производителя. В преддверии 8 марта на определенный ряд товаров скидка 8%. Торопитесь за подарками. Дискаунтер бытовой техники «Ценалом» сердечно поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта и желает быть всегда любимыми, успешными, здоровыми и привлекательными. Дарите подарки с умом. «Ценалом», Интернациональная, 112.